Ческая телевизия представляет сериал «Пацуки». Приборка. Далеко на Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки. Годан и я Губерт. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик, поддоследный пацук с Праги. Жили мы у волтульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была звычайной, але на сметнику было крыху няутульно. Як выспаўся, Годан? Няблага, Губерт, няблага. Спадзяюся, сёння ўсё паспеем. Что гэта с вами? Худшей допивай, Эдик, нас чакая приборка. На сметнику? Часом треба и сметник прибирать. А ты нам допоможешь, будешь пылососить. Бачишь, вунь пылосос, можешь его выпробовать. Мы тебе допоможем, только сперша Людвига поголим. Ну и боль, я вам скажу. Зубы схапили. Сегодня я уже не працаўнік. Мушу померить температуру. О, у меня гарачка. Не бойся, Эдик. Нечто придумаем. Гэты зуб треба просвідраваць, коллега. А потом вырвать, коллега. Ваша рация, тут вялізны непарадак. Дозвольте пройсці. Я буду пылососіць. Запускайте, коллеги. Ну, гляди, Эдик, рыхтуйся. Старт. Головное, не бойтесь, я все контролюю. Ага, вот там и будильник. И Людвичек. Не барака, Людвиг. Эдик, а ты с приборкой не перестарался? Вось там и Эдик, цалкам засмактаны. Людвиг, я тебе выратую, я уже иду. Не подобается мне это, недобро. Но тут и бруд, и темра, и тиша, и сум. Навод сигналу нема. Людвиг, ты так само тут? Ну, як у тебе, Годан, га? А?
Благо, Хубарт, я тут за храс. Вот и новая проблема. Я зараз. Ну, меня и понесло. Что ты тут робишь, Годан, друже? И чому Хубарт не с тобой? Не бойтесь, я у всех вас вызволю, сябры. Только знайду обцуги и дрыль. Эдик, ты обцуги засмоктал. Ага, и еще дрыль. У нас проблема, Хубарт. Что теперь? Ну ты дал, Эдик. Чакайте, сябры. У меня еще одна идея. Тримайтеся, хлопці. Я включив адворотну тягу. А теперь супольное фото. На память про генеральную приборку. Урэшце ўсё скончылася добра. Сметнік прыбраны, сябры выратаваныя. А яшчэ мы фотку на памяць зрабілі. Дабранач. Пацукі зусім не хамякі. У нас і выгляд не абыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць. Аж шчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй. Адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы, пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.